Цюрихе сегодня пройдут важнейшие международные переговоры. Впервые в этом году там встретятся министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. Обсуждать будут двусторонние отношения, ситуацию на Украине, последние ядерные испытания КНДР и, конечно же, Сирию. Это главная тема. В понедельник в Женеве должны стартовать межсирийские консультации, предусмотренные резолюцией Совбеза ООН. Они предшествуют формированию переходного правительства, созданию новой конституции и проведению выборов. Но начало политического процесса буксует. Не исключено, что сроки могут сдвинуться. Одним из камней преткновения остается до сих пор несогласованный список террористических организаций, которые не будут участвовать в переговорах. Затронут Лавров и Керри и гуманитарную ситуацию в республике. Отмечу, что договоренность о встрече была достигнута по итогам телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Барака Обамы, который состоялся неделю назад по инициативе Вашингтона.